Ребят, всем привет! Вы знаете, Рич Фронин, я где-то слышал его высказывание такое, сказал: я вообще не представляю, как можно тренироваться, когда ничего не болит. Вот я уже несколько дней на себе проверяю, как это тренироваться, когда абсолютно все болит. И вы знаете, потихонечку отпускает, понемногу все проходит. Вот сегодня, к примеру, я с утра выполнил фронтальные приседания, ноги были не совсем свежие после ивента 7-го, который я выкладывал в предыдущих видео. Но присед зашел не очень хорошо, я им не был доволен. Перешел из одного зала в другой и на доске увидел такое задание: 27 становых, 60% от своего разового максимума, 27 бюрпи через штангу. Потом последовательность 21-21, 15-15, 9-9. Ну, так как я со штангой с утра не особо у меня заладилось, я решил сделать становую, можно так сказать, реабилитироваться в своих глазах. Хотя стоит заметить, что перед фронтальными приседаниями я поделал наклоны «Доброе утро» и фронт выполнил достаточно много. Но комплекс настолько меня воодушевил на то, чтобы его сделать, что я, несмотря ни на что, выполнил этот комплекс. И вы знаете, я себя чувствую намного лучше, чем я чувствовал себя утром, чем я чувствовал себя после тренировки фронтальных приседаний. И сейчас у меня такое воодушевление, что я еще что-нибудь поделал гимнастическое. Приседаю, кстати, может, для кого-то покажется это бред полный, но я приседаю каждый день по 6 раз. Пустой гриф на 6 раз, 30 кг на 6 раз и по плюс 10 кг иду до тех пор, пока я могу по 6 раз приседать. Присед достаточно хорошо у меня усиливается, и крепатуры, как я уже сказал, особо никакой нет. Да, после трастера ноги не очень свежие, но они не настолько сильно крепатурят, как если бы я неделю отдыхал, потом бы сделал эти трастеры, и потом еще неделю отдыхал, восстанавливался. Поэтому сейчас у меня такой новый бздык, не знаю, насколько его хватит, хотелось бы, чтобы хватило на дольше, но я сейчас так, сажусь есть и думаю: блин, я сейчас ем, а в это время Фронинг и Фрейзер тренируются. Я сейчас иду из одного зала в другой, а в это время пацаны тренируются. И теперь я тренируюсь каждый день уже на протяжении нескольких недель в охотку. Сначала было так: день гимнастики и кардио, на другой день штанга. Теперь делаю все в кучу, миксую. Вот захотелось сделать становую, без разницы, когда там у меня по плану на следующий раз, я взял и сделал. Захотелось оверхеду поприседать, взял, поприседал. Ощущение бомба. Не знаю, через сколько я вам запишу видео о том, что я попал в перетрен, но пока тенденция мне очень нравится. Меня такие тренировки воодушевляют. Да, целый день ходишь как будто бы в таком энергосберегающем немного режиме, но как только приходит комплекс, можешь показать хороший результат. Ну а вам я советую попробовать тот комплекс, который я сегодня сделал. Вес подберите на штангу так, чтобы не потерять, самое главное, в интенсивности. Я закрыл комплекс за 9 минут 45 секунд. В конце рванул, не разбивая, сделал 9 становых, 9 бёрпи через штангу. И походил немножко, и восстановился, переоделся, и вот сейчас бегу по делам. Комплекс классный, его можно сделать в принципе в любом тренажерном зале, вы найдете штангу, ну и становая тяга, как бы там ни крутили, что это самое травмоопасное движение, его не нужно делать, все равно это самое легкое из всех возможных движений со штангой, ну проще, наверное, только подъем на бицепсы. Пришлось прервать, перехожу через дорогу, вы знаете, нас могут спокойно сбить и на зеленый, и на красный, и на пешеходном переходе, поэтому всегда кручу головой по сторонам. Ну а на сегодня все, до новых встреч! Пока-пока.